Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Максимадзе, с вами одноразовый ведущий Лёха. Сегодня мы будем играть в игру, которую сделал подписчик. Он добавил там меня. Игра называется Max vs Sam Andrew. Вот. Смотрите, тут у нас есть меню. Меню. Сюжет. Так. Сюжет. 2022 год. 2022 года ютубер Максимадзе и Эндрю Сэм поспорили, кто из них победит. Тот сможет заставить другого сделать на ютуб канале, что захочет тот, кто победит. Андрюха согласился, но с условием, что боссом будет он. Он выбрал локацию, но так как у него в городе нету студии звукозаписи, ему пришлось отправиться в город Максима Артемова. Фига себе, видите? У Максима есть свой город. Но так как у него часто ломался автомобиль, вы можете придумать сами. Он приехал или прилетел. Он поселился в отеле на полнедели. Взял с собой все нужные ему вещи перед этим тщательно планировал, а возможно и нет. В общем, он уже закончил играть Cuphead. Так что знал, что делать, наверняка. Но договоренное время Максим пришел. Точнее, приехал в студию, взяв при этом все нужные для него вещи. За несколько минут или десятков минут он пришел по коридору к нужной двери. Но перед тем, как войти, он начал доставать свои вещи. Тогда ему позвонил Алексей, это я, ребята. Пожелал удачи и поддержал. А что было дальше, мы сейчас с вами и узнаем. Как говорили в Лунтике. Вот. Так, это, судя по всему, я. Так. Смотрите, это я. Хорошо. Так, что-то лицо у меня такое. Что-то я смущенный какой-то. Что-то, видимо, тут происходит. Так, управление стрелками, бросить коктейль, пробел, выпить сок. Ctrl атаковать. Ага, так, вот так, парировать shift. Ага, то есть парировать удар. Возможно. Ага. Сок добавляет половину здоровья. Коктейль наносит высокий урон. Тап уворачиваться. Это у нас будет тап. Стать, клавиша вверх. Это вот это, наверное, или вот это. Так, Nokia наносит высокий удар. Nokia. Так, вот смотрите. Видимо, все человек сам от руки нарисовал. Так. Что тут делать? Давайте посмотрим. Тут есть что-нибудь у нас? Так, стулья. Подключите геймпад. Так. Туда? Так, мультиплеер. Так, ой-ой-ой. Поехали. Смотрите. Сейчас будет. Он сказал нам поехали. Так, смотрите, Кока-Кола. Ой, смотрите, коктейль, который у нас был на канале. Чего это, мои звуки, что ли? Смотрите, он у меня... Так. Так, вот это мое здоровье, да? Так, ай, я забыл, как управление. А, о, так, попили. Попили, это уже хорошо. На, эх ты, промахнулся. Так, а как восстановить нам? Сдохнуть теперь надо. Похоже. О, Лёха сдох.
Давайте заново. Подсказка. Попробовать навредить звуковой колонке или Эндрю само, или его гитаре. Но не подходить слишком близко. Хорошо. Блин, как сложно. Бам. Блин, он так медленно ходит. Невозможно уклоняться. Попробуйте парировать или наносить урон атакуя, но лучше не подходить слишком быстро. Ой-ой-ой-ой. Так. Давайте, давайте сейчас попробуем. Сейчас восстановим оружие. Ты чё, а? Ускорить игру можно. Чё это значит? Чё я ему сделал плохого? Так, ладно. Сейчас мы сделаем. Эй, бум! Теперь отходим. Так. Дебил, чё, не видишь меня? Вот он. Ой! Стакашечка залазит. Но я ему наношу вообще урон. Кучник, вот он только мне наносит. Пей кока-колу. Блин. Ладно, я сам не знаю. Я помню, так. Чё? С таким лицом стою. Такашечка залаз. Но, Лёха, ну ты чё, а? Кука, смотрите, какие у меня плечи накачаны стали. О, я в него, смотрите, я в него попал наконец-то первый раз. Какая сложная игра-то, а? Сколько раз его надо ударить, чтобы победить? А, ну тут вроде легко. Тут мы разобрались, как делать. Так. А, его ж так. Не получает урон, пока не бросит кружку. Стакашечку залаз. Да чё ты, бей его. Больно. Застревает. Так непривычно себя видеть. Стакашечку залаз. Да блин, Лёха, ты можешь повернуться, а? Я что, кока-кол только одна. О, смотрите, два раза его ударил.
Сколько раз его надо ударить, интересно? Так. Так, так, так. Блин, ну эта игра сложнее, чем Dark Souls или Demon's Souls. О, все. О, так, помните, что... Что парировать может объекты. Ой-ой-ой. Так, и куда мы пришли? Ты чё, офигел, а? Так. Сейчас, если... А у нас сколько как... А у нас один коктейль был, что ли? А сок как выпить? Так, теперь его надо, я как понял, руками. Ты чё, офигел, а? Ого, там что-то взорвалось на улице. Как я? Так, PlayStation 3 полетела. PlayStation 4 полетела. Так, ну давай пятую. О, черный джойстик от PS5. Отлично. Я такой себе, кстати, хочу купить. Стоп, он разбил мой джойстик? Ты что творишь? Надо ему за это наказать. Офига себе, Xbox бумеранг, видели? О, хоть не задел. Xbox бумеранг, я так. Так, что сейчас будет? О, блин, тут 3D-очки нужны. Фига себе. Чё он на себя надел? Блин, неправда. Так, так же. Нет, нет. Нет, это нечестно, там еще осталось жить. В смысле? Почему там же жизнь осталась? Я походу знаю, что надо сделать. Заново надо начать и вот так вот делать. Смотрите, он тут мне совсем урона не нанес. Он просто микрочелик. Ой, я помню этот момент. Фух, повезло. У меня даже еще аптечка осталась. Не,
Нет. Это сейчас какой-то бессмысленный был урон. Он сейчас резко очень сильно. Коктейли я, ребята, оставлю побольше. Так. Ну что, одевай свои 3D очки. Зачем тебе кружка? Что ты собрался делать? О, блин, тут 3D очки нужны. Блин, это же анимация, значит, человек делает. Так, ладно, сейчас мы рискнем, ребята. Вот вот встанем. На! Блин, как ему урон-то наносить? Так. А можешь вот тут вот встать? Блин, у меня все, у меня последняя жизнь. О, работает, работает. Схема. Не надо меня ударить. Что-то не получилось. А у меня уже все, никакой жизни больше нет. Да что тут, надо подпишем. Во. Так. Да, блин, сколько его ж бить надо, а? Максимация дальше вот этого, по-моему, не проходил. Ой, у меня руки накачаны. Блин, а. Раз, два, три, бам. Блин, опять не получилось. Все, думаю, последний раз надо. Да что ты. Задеть его не могу. Так, ты как-то не так начал ездить. Так, сейчас найдем точку возврата. Еще хорошо. Нет! Тварь. Ну блин, слишком сложно. Пофиг, так, коктейль. Блин. Это уже плохо все. Да, ну Лёха, ну ты чё, а? Толстый такой. Сострел. Ну, стой, иди.
назад. Нет, нет, нет. Так, поехали геймпады. Нонсенс. А, батарейка дурацкая, почему так быстро летает? А, блин, прям под него пошел. Сейчас кофеечку надо, да, попить? Все, чтобы включить режим 3D очков, нужно идти. Почему он меня задел? Вот сделали бы Лёха против Максимадзе или Максимадзе против Лёхи. Это намёк. Не, не, Максимадзе против Витька. Витёк там был такой толстый. Чего? Как так? Блин, ребята. Ну ладно, ребята, что-то у меня не получилось, скорее всего, еще будет когда-нибудь вторая серия, я вернусь, сам попробую, может, я дома попробую это сделать, потренируюсь, вот, так что, ну, чё, для начала неплохо это все делал один человек, вы, наверное, увидите в комментариях, вот, так что, ладно, давайте, всем пока, с вас лайкос и подписос, а с Максимадзе... Эпичные видосы. Подписывайтесь на канал Максимадзе и на канал Чхочет Урачу. Всем пока.